Здравствуйте, мальчики. Здравствуйте, девочки. Мяу. Привет, привет, малыши. Мяу, грустно как-то. Вот осень наступает. Жалко, что лето уходит. А лето? Лето — это самое лучшее время года. Можно погреться на солнышке. Птички поют, бабочки летают. Мяу. Да, а я хочу зиму. Вот, зимой столько развлечений. Можно покататься на санках, поиграть в снежки, слепить снежную бабу можно зимой. Мяу. Зато зимой холодно, а летом тепло. Здравствуйте, мальчики и девочки. Здравствуйте, зверята. Здравствуйте, Катя. Мяу. Здравствуйте, Катя. А что это вы такие грустные? Что это у вас произошло? Поссорились, наверное, опять? Да нет, ничего мы не поссорились. Просто лето уходит. Мяу. Да, вот Афоня, Катя, грустит, потому что лето уходит. А я подумал и захотел зиму. Афоня, но ты не прав, ведь осень – одно из самых замечательных времен года и одно из самых красивых. Ведь деревья осенью наряжаются в красивые разноцветные наряды – желтые, красные, оранжевые. Вот послушай стишок про осень, Афоня. «Несу я урожай, поля вновь засеваю». Птиц к югу отправляю, деревья раздеваю, но не касаюсь сосен и елочек. Я осень! Да. А я считаю, что лето все равно лучше. Афоня, ведь действительно осень. Очень красивое время года. Красивое. Мяу. Афоня, ну а хочешь, я научу тебя рисовать кленовый листок, и ты сможешь раскрасить его в любые осенние краски. Зачем мне это? Зачем? Да, я смотрю, что Афоню мы сегодня никак не развеселим. Ну и как хочешь, Афоня. А вот мы с Ерошкой будем рисовать. Правда, Ерошка? С большим удовольствием. Вот. А ну-ка, появитесь, волшебные краски. Ой. А вы, малыши, тоже рисуйте с нами. Для начала, Ерошка, мы должны нарисовать вот такие линии. Удобнее всего их рисовать карандашом. Малыши, в этом вам могут помочь ваши папы и мамы. А затем мы начинаем с вами рисовать листок. Вот таким вот образом. Посмотрите, малыши. А теперь осталось самое интересное. И самое важное – раскрасить этот листок. Ну что, Ерошка, вперед раскрашивать! Да! Ой, раскрашивать. Вот так. Ой, ух ты, как вот так получается. И здорово! Так, ну что, Ерошка, у тебя получилось? Вот. Да, неплохо для первого раза. Посмотрите, малыши. Молодец, Ерошка. Да. Афоня, а вот тебе нравится листок? Мяу. Ух ты! И вправду какой
Похоже, листок получился. Я тоже хочу научиться рисовать. Угу. Ну вот, наконец-то Афоня развеселился и к нам присоединился. Ну что, Афоня, ты больше не будешь грустить? Нет, я понял, что осень тоже красивое время года. Я понял, мяу. Ребята, в каждом времени года своя красота. Малыши, подумайте, а какое самое любимое время года у вас и почему? А на следующем уроке мы продолжим с вами разговаривать о временах года. Давайте прощаться с малышами. До свидания, мальчики и девочки. Мяу, пока, ребята, пока. Всего вам самого доброго, малыши.